Здесь 24 октября 1958 года комсомольцами и молодежи Сокольнического района заложен сиреневый сад в честь 40-летия ВЛКСМ. Сорт «Советская Арктика», сирень, 1945-2015. Она какая-то кудрявая, прям смотри. И здесь не 3 или 4 лепесточка, а здесь вообще она прям такая пышная, кудрявая сирень. Обалденная, очень красивая. Но вот она, большие у нее цветы, не как дикая, но видишь, она цвет какой у нее. Угу, запах понежнее, что ли, мне кажется, немножко. Да, это прям желтенькая такая сирень. Вот для птичек, видишь, поилка какая. Вот тоже все продумано. Какие молодцы.